Так мы пришли в сады Марины Байсан. Вот, только что вышли из цветочного павильона. То есть павильон, где представлены в основном цветы. Он меня немного расстроил, потому что там одна гераль. Ну, хотя там была выставка роз. Вот, сейчас мы гуляем по источнику и ждем заката, чтобы все это посмотреть. Это шумная тусовка. Ждем заката, чтобы все это посмотреть. Скоро будет закат. Сейчас не так жарко. Температура абсолютно комфортная, потому что днем безумная жара, и пытаешься спрятаться из воды. В общем, не так комфортно, конечно, как сейчас. Снова лилия. Хоть одну открытую бы увидеть лилию. Слушай, они такие насыщенные. Как-то кактусы я не очень люблю. Кстати, говорят, что кактусы нельзя ставить в комнату незамужней девушки. Она становится вся игольчатая, да? Ну, не знаю насчет неподпускания, но какая-то такая вот. Я поэтому их не люблю, да. Ну, мне не нравится. У меня совершенно нет ощущения, что они живые. Я, конечно, не противник любителей кактусов, но... О, детский аттракцион любимый. Не, не хочу. Ага. Думаю, запросто. Нет. А, ну да, мы здесь были, все, пойдем обратно. Ну да. Надо пройти. Вау, Памелы. Мы пришли к самому главному парку. Точнее, к самым главным деревьям. Golden, в общем, у них там супер-пупер крутое название. Они розовые такие, все с камерами. Камеры тоже розовые, гламурные. Здорово, конечно, они сделали. Они наблюдают. Да, а мы за ними. Они за нами, а мы за ними. Они за нами, нам туда. Итак, мы наверху. Нам сказали, что нельзя пользоваться этой камерой, но как-то она была не настойчива. А вот там наверху ресторан. Посмотрим потом, сколько стоит туда добраться. Идти страшновато, да? Значит, покачивается. Все равно круто. Thank you.
Смотрите в следующем выпуске. Мы продолжаем изучать синтозу. Купили сейчас Вики мороженое. И да, я опять ем. В кокосе. Ну, классно же. Очень вкусно, да. Прям при нас у нас был кокос. Порезала. Ой, вообще кайф. Интересно, представляете сингапурцы о том, где они живут, что у них есть? Я думаю, что да. Это осознанный шаг.